Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство здравоохранения утвердило новые требования к составу автомобильной аптечки. Там должны быть, например, две медицинские маски, две пары перчаток, маска для искусственного дыхания, жгут, бинты, стерильные салфетки, лейкопластыри. Также обязательно наличие ножниц и инструкции по оказанию первой помощи. Трасса 101. На российских дорогах появится зигзагообразная разметка. Ее будут наносить вблизи пешеходных переходов, чтобы водители снижали скорость. Также для повышения безопасности новым ГОСТом предусматривается сужение полос рядом с переходами, размещение знаков, ограничивающих скорость на уровне 30 км в час и установка видеокамер. Трасса 101. Примерно каждый седьмой-восьмой российский водитель штрафы не оплачивает. В ходе опроса это выяснило агентство «Автостат» и издание «За рулем». Среди законопослушных граждан наиболее популярной площадкой для оплаты взысканий оказался сайт «Госуслуг», почти треть респондентов. На втором месте мобильное приложение банков. А вот по старинке идет в Сберкассу и заполняет квитанцию вручную только каждый 14-й респондент. Трасса 101. Рекордсменом по росту стоимости в этом году среди новых легковых авто стал «Шкода Кодиак». Он прибавил в цене почти 224 тысячи рублей, сообщает издание «За рулем». Ненамного отстала модель «Рапид» – плюс 212 тысяч. У других популярных марок подорожание тоже ощутимо. Ценник Hyundai Solaris увеличился на 115 тысяч, а вот Kia Rio стал дороже на 45 тысяч рублей. Трасса 101. До конца этого года Peugeot обещает запустить в России продажи кроссовера 2008 следующего поколения. Стоимость новинки пока неизвестна. Оснащена она будет бензиновым турбомотором мощностью 100 либо 130 лошадиных сил. Трансмиссия, шестиступенчатая механика либо шестидиапазонный автомат. Среди опций 10-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, отделка салона кожей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.